Девочки, мальчики, привет. Блин, вот такое вот сегодня сообщение постучало в мою маленькую щельку. Итак, я охуела 2 раза и 3 раза пришла в себе. То есть, ебать, мне никогда в жизни не писали еще трактористы. Мне кажется, мальчики, хлопцы военные, не обижайтесь, не обижайтесь. Но мамка мне всегда казала: Карина, выйдешь за тракториста, будешь жопа в мыле. И я всегда, блин, старалась прислуховываться до матери. Ну, для меня жопа в мыле значит жить в раю. Жить в раю, а с трактористом только можно жить в раю, потому что трактористы, они зарабатывают хорошо. То есть я считаю, что лучше с трактористом, чем с машинистом. То есть не обижайтесь на меня, правда, не обижайтесь, блин, но мне кажется, все. Я выходю, правда, замуж. Він сказав, що приїде, забере мене на тракторі і повезе мене по полю кататися. Хлопці, дівчатки, я щаслива. От правда, я щаслива. Спасибо, спасибо, родненький, що ти мене знайшов. Спасибо, що Бог почув мої молитви, наконец-то. І, дівчатки, я вам желаю такого щастя ж безумного. І як мені пощастило, от правда. Я вважаю це щастя. И иначе я не знаю, как по-другому счастье выглядит, если ваш муж не тракторист. Спасибо, девочки, мальчики, удачи!